Об особенностях весеннего призыва текущего года мы поговорим с военным комиссаром Саратовской области. Гость студии – генерал-майор Николай Шибанов. Расскажет, куда отправляются служить призывники, что грозит уклонистам, достигшим 27-летнего возраста, а также по каким заболеваниям чаще молодые люди признаются негодными к военной службе. Если у вас есть вопросы, звоните к нам в редакцию или оставляйте сообщения на наших страницах в социальных сетях. Итоговая программа выйдет в эфир уже в эту субботу в 12:30. Не пропустите.